Андрій Толпекін – адвокат, правозахисник, громадський діяч. Головний напрямок здійснення адвокатської діяльності – боротьба з рейдерами в банківській сфері. Юридичний стаж – 20 років. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Дякую, що ви до нас так раненько завітали. Сподіваюсь, прояснити нам всю взагалі ситуацію і всі питання, які цікавлять людей. Адже кредити в своєму житті брали, мабуть, всі. Хоча б один раз, але обов'язково якусь техніку. Або просто задумувались про кредит, взяти чи ні, як взагалі правильно його брати. Отже, перше питання таке, я думаю, те, що хвилює дуже всіх. Якщо перший раз беремо кредит, які необхідні документи, на що головне звертати увагу? Ну, в першу чергу, обращати увагу треба на той документ, який ви підписуєте. Це кредитний договір. Вообще бы рекомендовал в любом случае, прежде чем его подписывать, обратиться к юристу. Особенно, если это ипотечный или автокредит. И если это мелкий кредит, тоже рекомендовал бы обратиться к юристу. Потому что на сегодняшний день очень много мошеннических структур, которые под видом банковских структур якобы предлагают взять кредит, но сначала заплатите такую-то. Ручи за хвилину. Да, да. Сначала вы заплатите деньги, подождите неделю-две, и после этого ваши деньги уходят в неизвестном направлении, вы обращаетесь в полицию. Полиция, понятно, никого не находит. И, соответственно, ваши деньги, в любом случае, которые вы уплатили для того, чтобы получить кредит, остаются у тех мошенников, которые вынудили у вас підписати і оплатити цей кредит. Отже, якщо вже є сплатити кредиту, так, то на це одразу треба реагувати якось негативно і вже думати, що тут якесь є шахрайство, так? В будь-якому випадку, я просто хочу гражданам донести, що зараз на сьогоднішній день дуже розпространені розвелись компанії під видом банків, фінансових компаній, пропонують за дуже маленькі проценти предоставить кредит, но перед этим требует от людей именно уплату первичного взноса. Угу. Я просто... страхование, так? Да, там идет там и страхование, и первичный взнос. Для того, чтобы и потом вы ждите неделю-две, и потом, возможно, вашу заявку и ваше предложение, и вам выдадут кредит. В любом случае, нормальный банк, который предоставляет банковские услуги, он не требует первичных никаких уплат для того, чтобы получить кредит. Это если, например, там бывает, когда или ипотека, или автокредит, там четко обозначается, что вы можете уплатить там 30% кредита, там 70%. Это уже предусмотрено договором. Но в любом случае, я очень советую любой кредитный договор показать предварительно юристу, специалисту в данной сфере, особенно в банковской сфере, для того, чтобы он вычитал все условия договора, потому что когда ко мне люди обращаются, во многих договорах, которые вот приходим мы в супермаркеты, кредитные договоры, там прописаны условия, но в конце там маленькими буквочками написано, что вы можете с условиями основными данного кредитного договора ознакомиться на сайте банка. Тобто це ще не все, так? Это не все именно. То есть, и получается, вскрывается о том, что на сайте банка находится 40-50 страниц условий предоставления банковских услуг, где вы виноваты, должны. И опять же, сталкиваясь с судебной практикой, эти условия, которые идут додатком до этого кредитного договора, банк может изменять, как я в судебной практике сталкивался, как хочет, потому что это их сайт, они захотели, поменяли одни условия, сегодня судебная практика такая, то есть как бы завтра такая, потому что эти условия, которые находятся на сайте, вы их не подписываете. Очень много было по поводу этого правовых позиций, копия ломали по поводу того, что это за условия, особенно это касается приватбанка очень часто, когда мы подписываем, получаем эти карточки, заполняем заявление, да, и там написано, что я погожусь с умовами, то есть тут расписано условия как бы предоставления кредита, а в конце маленькими буквами я погожусь с умовами про надання банківських послуг, які знаходяться на сайті офіційному банку. І там вже банк, як хоче, змінює ці умови. А коли вже звертаємося до суду,
то уже доказать то, что ваши там подписи нет и так далее, очень проблематично, потому что суды очень часто, конечно же, становятся на сторону банковских структур, потому что это более корпоративная, массивная структура и большое лобби во всех государственных органах. Нет, это не, банку, не, я просто как бы, потому что то же самое распространенное, чтобы люди обязательно понимали, когда они потом сталкиваются, когда они ко мне приходят, это очень распространено во всех именно, то есть банковских структурах, о том, чтобы маленьким шрифтом. Обращайте внимание о том, что если что написано маленьким шрифтом, это вот бывает самое основное, то, что вас ждет подводный камень. В Мабуть, якщо кваплять, давайте швидше, швидше, так, там, ми дочекалися відповіді якоїсь там. Это в первую очередь обращайте внимание, когда вам не дают на руки кредитный договор, чтобы с ним ознакомиться. Я всегда сталкиваюсь с тем, что когда приходят ко мне за консультацией, мы хотим кредитный договор заключить, я говорю, принесите мне этот договор. Как только клиент идет в банк или какую-то там финансовую структуру и требует, ну, дайте договор, мы покажем юристу. Они говорят, ознакомьтесь на месте, сразу же покидайте это помещение, не стоит там заключать никаких договоров, потому что мы находимся... Ну, а если уже заключили, этого договора не будет, все уже? Попався. Если вы заключили именно договор, вы можете его расторгнуть. Есть такой закон про захист прав споживачів. Это основной такой закон. Вчасно звернутися? Да, в течение 30 дней вы можете именно обратиться, именно расторгнуть. Если уже там разобрались, уже юристу показали, то в течение 30 дней вы можете обратиться с заявлением, оформить его письменно, и на основании данного закона банк зобов'язаний розторгнути з вами договор. Я чи думала лише 14 днів і лише на ті товари, які ми придбали? Ні, ну 14 днів – це по поводу приобретення, тобто непосередньо товару. А про захист прав споживачів є окрема стаття в цьому законі про надання фінансових послуг. І там йде конкретно сроки і моменти, які повинні бути видержані як споживачем, так і фінансовою структурою. И какие там права и обязанности обеих сторон. И какие есть справедливые условия, какие справедливые условия. Мы разобрались с такими великими банками. А вот сейчас очень часто пропонуют, есть оголошення, там, швидкие гроши, швидкий займ, и рекламы много видим. Чи варто им доверять свои документы, свои данные? Чи, можливо, все же звернутися до больших структур? Не до тих, мабуть, не до тих. Однозначно, как практика показывает, я бы не рекомендовал. Бесплатный бывает только... Сыр вышеловки, да, это капкан. Там вообще именно такие именно проценты, которые, если вы там просрочите хотя бы на месяц, на два, вы попадете именно из там 5 или 3 тысяч гривен просто в такую серьезную кабалу. Люди там, которые нанимаются для того, чтобы потом в дальнейшем заинтересованы, когда вы взяли мелкий кредит, если у вас какое-то есть имущество, машина, квартира или часть, в имуществе каком-то или в доме. Если хочется кому-то подарувати, да, возьми кредит. Да, тут будет заинтересовано большой соблазн для рейдерства, потому что вы берете мелкий кредит, на этот мелкий кредит на 3-5 тысяч гривен насчитывают 300 тысяч, 200 тысяч, 400 тысяч. Это сплошь и рядом. Потом приезжают к вам интересные люди, которые выбивают с вас именно. Вы взяли там телефон, предположим, или взяли эти 5 тысяч. Очень большой соблазн. Говорит, вы видели, что вы подписывали. То есть это основной аргумент. Это, как правило, бывшие сотрудники правоохранительных органов или такие есть товарищи, которые нанимаются, которые с прошлым судимостями, я просто хотел бы сказать. И они занимаются потом выбиванием долгов. И эти как грибы растут. Да. То есть это надо быть аккуратным и знать свои права. То есть по поводу того, что когда вы заключаете такие и берете мелкие кредиты, вы понимаете, что вы становитесь на тонкий лед. Ну, це якщо кредит в грошах брати. А ось, наприклад, коли заходиш в супермаркет, кажуть, ну, кредит 0%, беріть, так, будь ласка, будь-які товари, що хочете. Так, особливо ця 0%, чи можна їй довіряти, чи ми все ж таки... Ну, я, наприклад, коли придбала телевізор також у кредит, ну, не було можливості, також сказали 0%, без страхувань, але в чеку я побачила два страхування. Як мені пояснили, це начебто і на сам телевізор, який вже в сумі, і додаткове страхування. Ну, все правильно, виходить, якби
Щоб всі повинні розуміти, що банк – це не благотворительний фонд. Однозначно, це прибильна організація, вона заточена на те, щоб отримати прибиль, максимум прибиль, особливо на нашому агресивному ринку, де реалізація прав і защита прав, особливо громадян, вона мінімальна. Тобто, учитывая роботу наших правоохранительных органов, судебной власти, она порождает, соответственно, большой соблазн корпоративной какой-то структуре финансовой, в том числе и банку, агрессивно действовать и воздействовать на гражданина, то есть споживача финансовых послуг. И на сегодняшний день я просто однозначно могу вам сказать, нулевых нет кредитов. Сразу же в сумме. Да, они в любом случае, они потом забивают или 0,01% в месяц, или это какие-то будут финансовые послуги или страхование. В любом случае, когда я вычитываю договор, там предусмотрена непосредственно выгода банка. Такого кредитного договора благотворительности не существует. Якби ми не мріяли, що нам дадуть так просто гроші, так, що нам допоможуть, все одно вони все своє щось витягнуть. Отже, від вас три поради, щоб все ж не потрапити в таку боргову яму ще більше з цими кредитами. От що найперше ви рекомендуєте нашим глядачам, які от захочуть... Не брати кредити. Якщо, наприклад, захочуть все взяти, їм необхідно буде взяти. Ви правильно сказали, що в першу чергу, якщо є якась можливість, тому що, ну, коли я просто сталкиваюсь постійно з 2007 року, когда начался у нас повальная это выдача 2006 кредитов, рекомендую, что если вы заключаете какой-то кредитный договор, то ли мелкий, то ли особенно ипотечный, или автокредит, который предполагает большие суммы, как минимум обратитесь к юристу, чтобы он прочитал, вычитал все моменты в договоре, дострокового погашения, какие проценты, как именно изменяется ставка, все эти нюансы, которые защищают вас, и для того, чтобы вы могли внести какие-то изменения в данный кредитный договор, в любом случае обратитесь к юристу. Если это мелкий кредит, то вы не думайте, что если мелкий кредит, то он не несет угрозы так же, как и большой кредит. Потому что большой соблазн на нашем рынке таких структур, которые агрессивно действуют, им очень интересно, как я уже до этого говорил, выдать 3000 и потом насчитать вам 200-300, и впоследствии вы окажетесь без квартир, учитывая незащищенность приватной властности на сегодняшний день, что в любом случае могут лишить вас вашего дома, квартиры, машины. Это очень проблематично. Для того, чтобы это упредить, как минимум пойдите к юристу. Я всегда объясняю. И не ставьте подписи в любом документе, в том числе в кредитном договоре, не согласовав с адвокатом и юристом. Я дуже сподіваюся, що твої Зіні новини Миколаївщини нічого такого не розкаже страшного. Так, і я думаю, всі запам'ятали, що краще добре-добре подумати, перш ніж брати кредит, або звернутися до спеціаліста, який вам допоможе розібратися у всіх нюансах. Предложить хоча б якийсь банк, який перевірений. Якщо заключати, то вже цей юрист, який працює в сфері, він вже скаже, що це більш надіжний банк, ці вже, як би сказати, подпадает под серое поле, и уже в этом случае вы уже предупреждены, значит, вы вооружены. Дякую вам, дякую за такі поради. Андрій Толпекін, адвокат, був сьогодні у нас в гостях, розказав нам, що робити із кредитами.